Государство полностью обеспечивает нас бесплатным медицинским обслуживанием, поэтому уже много лет мы не тратим на врачей ни одного рубля. Только доллары. Народ, наконец, перестал бегать по врачам и живет хорошо. Но недолго. Здравствуйте. Я тут мимо пробегал. А как Вася? Болеет, Вася болеет. Что врачи говорят? Врачи говорят, надо верить в медицину. Правильно? А он верит! А видеть его можно? Ты его в комнате подожди, у него. А он как раз к врачу пошел! Вася! Спасибо! Ушел в больницу, скоро буду, Вася.